Приветствую всех, с вами Маркелов Борис, и приветствую всех на своей страничке ВКонтакте и на своем канале YouTube. Конечно, конечно, я снова сегодня буду рассказывать, как зарабатывать деньги в интернете. Многие обратили внимание, что про суперкопилку я не записываю вот сейчас в таком количестве видео, потому что я развиваю еще один проект. Почему я поступил так, и мне говорят, надо было бросать раньше, деньги выводить. Ребята, для чего деньги выводить? Смотрите, недельный взнос у меня $90 24 цента. Ожидается взнос, это я должен внести, чтобы у меня моя закольцовка работала. То есть, что вы собираетесь здесь покидать, я понять не могу. Вот это я понять не могу. Итак, давайте зайдем в график выплат. С учетом того, что мой график оплачивается и из тех денег, которые у меня накоплены, и из тех денег, которые мне приходят по реферальной программе. Вы видите, вот такой у меня график. Вот здесь вот у меня дырочка небольшая, но это не проблема. Эту дырочку мы закроем совсем скоро. Смотрите, я вам рассказывал про промокод, который мне подарили на день рождения. Вот практически весь я его использовал. У меня осталось 11 дней. Это когда промокод подарил мне суперкопилка, когда у меня был день рождения. Вот 11 дней и практически там, ну, больше половины я его истратил. Осталось у меня здесь сумма бонуса до $40. Сегодня я еще зашел в график выплат и нарастил свои недели. То есть нарастил 25, 26, 27 неделю. То есть у меня выплаты уже будут вот так по $160. Здесь я еще раз повторяю, здесь я отравняю, здесь проблем никаких нет. Смотрите, на этой неделе мне еще завтра придет, уже выплата у меня сегодня была, а завтра мне еще придет $53, и в пятницу мне придет $53. Поэтому я просто остался участником, да, я был руководителем по ряду определенных причин, я просто покинул этот пост, теперь я обычный участник, и я буду дальше участвовать в суперкопилке и наращивать свой график. И вот эти 150-160 долларов – это не последняя сумма, которую вы видите в моем кабинете. Они в дальнейшем будут еще и дальше, и дальше. И вот далее недели я буду наращивать. Сейчас просто нет такой возможности. Вот 28-29 недели их просто нет. Зайдем в историю операций и посмотрим. Посмотрим, вот 4 операции. У меня здесь все автоматически это списывается на мои цели, которые я предварительно до этого делал. Смотрите, вот 19.57, доллар 48, это получение партнерских, это выплата цели. Все здесь работает, все здесь идеально, и в этом проекте я остаюсь, и я не уговариваю людей там что-то бросать и что-то делать. Здесь можно получать деньги до бесконечности. То, что я развиваю еще диверсификацию, сделал и взял еще один проект, это нормально. Это нормально и это реально. То есть там $20 я заплатил, здесь $20 заплатил. Самое интересное, что я сегодня увидел, карма у меня будет 50 под конец недели, все это будет хорошо. Смотрите, я зашел на $20, то есть $20 я в суперкопилку внес, те самые $20 и $30 мне дали бонусом. И я смотрю, что у меня выплата за 26 недель. Получается $892. $892 я вывел, да, активно качал, да, плюс зарплата еще в консалтинговом центре мне шла. То есть все замечательно, все прекрасно в суперкопилке, и здесь можно работать. И еще раз напоминаю всем, кто смотрит это видео, если вы хотите очень хорошо стартануть, ссылка будет под этим видео. И смотрите, сейчас действует еще вот такая программа, это для участников, у которых уже ROI, вот этот показатель 82, который в стадии уже получения дохода. Есть еще акция «Финансовая подушка». То есть вы можете зайти, активировать эту финансовую подушку и сразу запустить, вот прям со старта вы можете запустить свою стратегию пассивного дохода. Поэтому с вами свяжется руководитель,
После регистрации он вам напишет письмо, либо вам позвонит с консалтингового центра и предложит вам свою помощь. Вы не отказываетесь от этой помощи. Эта помощь вам просто необходима будет на старте. Кто в суперкопилку просто вот зашел, только-только не был, ничего не понимает. Вот руководитель просто вас, ваш друг, ваш товарищ, ваш брат. То есть на первых этапах, и еще раз повторяюсь, то есть если вам отзванивается какой-то номер и говорит, что в суперкопилке, обязательно с ним вступите в диалог и узнайте, каким образом этот человек вам может помочь. Поэтому ссылка на регистрацию под этим видео. Суперкопилку рекомендую как супер-пупер навороченный финансовый инструмент, и я с нее не ушел, я только начинаю, поэтому... Всем огромный, огромный совет и огромная рекомендация. Суперкопилка – это супер. Все остальное, что я двигаю, тоже мне приносит деньги. И вы тоже можете на канале поискать, посмотреть, что к чему и зачем. Всем привет!